школе нужно купить одежду. К 1 сентября красивый костюм. Тетради, ручки, карандаши. Самое главное – покупайте вещи, с которыми тебе нравится, и ты готов с ними провести целый год учебный. И пока самые избирательные покупатели от 6 до 16 смотрят на цвета и фасоны, взрослые больше обращают внимание на состав и цены. И в этом сценарии из года в год, пожалуй, ничего не меняется. А вот предложения от белорусских производителей к каждому сезону обновляются практически полностью. Здесь все как в мире большой моды. Коллекции к осени магазины выбирали еще весной. Мне, например, нравится очень красивый вот этот вот платье, воротничок, такая юбочка плиссе. То есть девочка будет в школе выглядеть и красиво, и современно. В этом году, конечно, наши производители отошли от таких стандартных пиджаков для мальчиков черного цвета. Делают вот такой вот расцветочки, чтобы он более такой был, более интересный. В составе его 70% хлопок. Многие отечественные производители стремятся к тому, чтобы белорусское было натуральным. И родители уже успели это оценить. Всегда ходим в ГУМ, в ЦУМ, в наши магазины, потому что достойные цены, хорошие ткани. С удовольствием носим. Вот уже и второклашку тоже точно так же будем одевать. Мы вообще из Сочи, из России. Но каждый год заезжаем в этот магазин и покупаем школьную одежду. Нам нравится ассортимент, то, что все белорусское, большой выбор. Всегда покупаем, у нас вся одежда белорусская. Что касается цены вопроса, здесь, как у взрослых, разбежка в зависимости от запросов. Подготовка ученика младших классов может обойтись от 145 до 750 рублей. Школьный шопинг для старшеклассника завершится суммой от 200 до 900 рублей. Большая часть расходов, конечно, одежда и обувь. Мы получили уже новые учебники. И пока школьники радуются обновкам в шкафу, учебные заведения обновляют библиотеки. Подготовлено 44 новых учебника. Особенно повезло 4-м и 8-м классам. Учебные программы для них изменились по всем предметам. Причем за яркими обложками новых книг стоит не менее насыщенное наполнение. Современный учебник – это и доступно изложенный материал, и необычные задания на проверку, больше похожие на игру, и даже нужные ссылки на дополнительную информацию в интернете. Некоторые ребята уже получили учебники, другие учащиеся скоро придут за ними, и надеемся, что их первое знакомство будет таким же радужным, таким же ярким, как и у педагогического коллектива. Потому что работать с измененной, дополненной информацией – это всегда приятно. Когда не надо много времени уделять поиску дидактического материала, а все необходимое есть в одном учебнике. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вашу школу издалека по фасаду увидели сразу. Вы знаете, когда спрашивают, как вас найти, я говорю, ищите самое яркое здание в московском районе. Яркая и практически уникальная по своему дизайну школа в столичном районе Брилевичи – новый для Беларуси проект. Но главная гордость директора еще до официального открытия – здесь уже есть чем впечатлить будущих учеников. Каждый класс для начальной школы разного цвета. Для тех, кто постарше – самое современное компьютерное оборудование. Просторные коридоры, в которых еще не звенел звонок, наполненный светом и цветом. Здесь созданы условия, в которых хочется учиться. На открытии здесь у нас будет выступать сборная по синхронному плаванию, с которой мы договорились. Они будут у нас и дальше продолжать совместную работу. То есть девочек приглашаем в кружок синхронного плавания. Наличие в нашей школе бассейна, это говорит о том, что, во-первых, наши дети обязательно будут обучаться плаванию по программе, это 3-4 классы, ну и, конечно же, дети микрорайона. В свободное время здесь предложат занятия в театральной студии, уроки брейк-данса, а в 6-й школьный день собираются бесплатно показывать кино. Современный актовый зал, яркий, красивый, на 263 посадочных места, оснащен Dolby-системой и, что немаловажно, замечательной системой дымоудаления, то есть безопасность предусмотрена по всем новшествам. Школа рассчитана на 1020 мест. Классы для 650 человек уже сформированы. А через 10 дней линейки по всей стране пройдут больше, чем в 3000 школ. Абсолютно новые из них – 3. Но учебные классы – это то место, атмосфера которого создается изнутри. И абсолютно каждый преподаватель сделает все, чтобы именно его учеников назвали лучшими. Больше 1 миллиона учеников 1 сентября в этом году сядут за парты. Причем 110 тысяч ребят сделают это впервые. Но абсолютно каждый из них уверен, что впереди яркие эмоции, новые открытия, важные знания, еще один незабываемый школьный год, после которого они снова станут чуть-чуть взрослее. Анна Волковец, Виталий Гончарик, наши новости ОНТ.